Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Мебельную комедию в двух действиях «12 стульев» покажут в Театре Горького. В новой сценической адаптации зрителю предлагают неординарную трактовку известного сюжета. Главным героем здесь становится Воробьянинов, для которого охота за сокровищами превращается в серию психологических трансформаций из трусливого, нерешительного человека в одержимого неврастенника, который готов на все, чтобы достигнуть своих меркантильных целей. Начало 18:30, стоимость билетов от 400 до 2000. Рублей. В ЦРК Седанка Сити пройдет выставка экзотических животных. Жители и гости города смогут познакомиться со змеями, ящерицами, крокодилами и другими рептилиями. Опытный специалист прочтет лекции об обитателях царства пресмыкающихся. Начало в 10:00, стоимость билетов 250 рублей. На концерт «Самый лучший день» приглашает Приморская краевая филармония. В программе «Золотые хиты российской эстрады». Начало 18:30, стоимость билетов 500 рублей. День морских чудовищ отмечают в Приморском океанариуме. В программе «Блуждающий станционный маршрут», «Жуткий аквагрим», «Секретные мастер-классы», «Лекторий отпуст» и многое другое. Также пройдет мастер-класс по зажигательным ирландским народным танцам, где каждый сможет окунуться в атмосферу праздника, с удовольствием сбить набойки на старых туфлях и выучить несколько лихих танцев, даже при отсутствии танцевального опыта. Начало в 11:00, стоимость билетов от 500 до 1000 рублей. Тихоокеанский государственный медицинский университет приглашает школьников на День открытых дверей. Будущие абитуриенты смогут узнать все о приемной кампании 2020 года, напрямую задать интересующие вопросы деканам, а также заглянуть в аудитории, лекционные залы, своими глазами увидеть современный симуляционный центр, научную лабораторию и посетить новый музей. Начало в 10:00, вход свободный. На презентацию новой книги о Владивостоке «Дорога на горностай» приглашаются гости и жители приморской столицы. Каменные львы на Пушкинской, малиновые пиджаки и первые яхты. Борьба за место под солнцем, но выживут не все. Кто-то войдет в новый век с полными карманами, а кто-то сгинет в пучине залива Петра Великого. Эпоха 90-х годов в романе Татьяны Таран «Дорога на горностай». Начало в 14:00, вход свободный. На сцене Театра Горького повесть в двух действиях «Энергичные люди». Возможно ли в нашей стране дело делать и в то же время закон не нарушать? Острый социальный вопрос, который ставит Василий Шукшин в своем произведении, актуален и сейчас. Но есть и рецепт успеха. Энергично, эмоционально и не стесняясь в выражениях, автор напоминает о том, что мы сами создаем свой мир, и мы сами можем выстроить его по законам добра и любви. Начало 18:30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. В рамках «Ночи искусств» всех желающих приглашают на премьерный показ фильма «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Рассказ великого режиссера о самом себе. В основе ленты лежат нигде ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи лекций, интервью, видеохроника со съемок фильмов. Начало в 17:00, вход свободный. Ботанический сад-институт проведет для школьников яркую программу «Вкусные тропики». Ребят ждут экскурсия по плодовым растениям тропических и субтропических широт на запах фруктов, квест «Что за фрукт?», дегустация тропических фруктов. Запись на программу обязательно. Начало в 10:00, стоимость билетов 500 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города.